eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, всем привет, доброго воскресенья, воскресного вечера всем с Counter-Strike, со StarLadder, серия матчей, которую сегодня мы с вами будем смотреть, является одной из самых, наверное, важных и заключительных. Нам предстоит с вами сегодня посмотреть, как Кураж будут пытаться преодолевать трудности, ну и к чему вообще приводит отсутствие тренировок стабильных. Вот узнаем мы как раз-таки сегодня, наверное, на примере игры команды Кураж. Подправим быстренько ФОВ. Ну что ж, вот после вчерашнего комментирования чемпионата мира среди ботов очень приятно на самом-то деле посмотреть хотя бы матч команды Кураж с командой НИП. Они у нас выступают под российским флагом. Шведы — это шведы, организация Кураж российская, и поэтому поставлен ее флаг, насколько я понимаю. Ну и составы команд на сегодняшнюю встречу не представляют: Xist, Fryber, Gidrite, Forest, Фларнах. Стабильная пятерка из-за Кураж Гейминг играет Simple Blade, Призрак, World Edit и The One. Заруба обещает быть очень интересной. Мы ждем сейчас сайт пика, который пройдет на улице. Ну, шведам, наверное, без разницы будет в этой встрече вообще за какую сторону начинать, потому что преимущество явно у них. Я пока вот смотрю, как Дарт Вейдер с военными общается, вообще смешно. Ну и пишем в Твиттер: привет, SL4MTV, друзья, я там в течение всего вечера. Сегодня 5 матчей, я один, страйк сдулся, у него сегодня что-то со здоровьем, и он не может присутствовать на трансляции, поэтому придется мне отдуваться одному. Ну, может быть, мне тут сделают подарок и кого-то из Hellraisers отправят ко мне. Но там тоже серия праков. Вот у Hellraisers на этой неделе будет под конец жесткий замес. Они будут играть 3 игры с французскими командами. Так, ну вот Фифларна на нож посадить все, наверное, давно мечтали. Вот посадили наконец-то. ХФ пишет Блейд, типа, окей, мы начинаем с защиты. Ну, команда Кураж, защита, и я даже не знаю, смогут они или не смогут. Я боюсь даже предполагать, сколько будет раундов и возьмут ли они эти раунды вообще. Но потом у Кураж будет матч с командой Кик из Португалии. Далее мы с вами будем смотреть, друзья, ну, расписание. Расписание сегодняшнего игрового вечера перед вами на экранах. Далее мы будем смотреть Кураж Кик, потом Virtus.pro сразятся в дерби с Meteo Makers. Кураж также отыграются Alternate, и Virtus.pro Кураж сегодня на десерт. Ну, смотрим. Вообще карта Нюк будет очень долгая. Сегодня ожидаются карты Инферно, Нюк. Вот команды будут показывать свой максимум на них. И что покажут, непонятно. Но Кураж явно надо на этой карте играть. Правда, вот уже Адам Фрайберг, я смотрю, зашел к ним. Самое-самое не хочу. Логово называется Окна. И это бэплен для NIP. Они даже не понимают, почему противостояния такого нет. Вот очень жестко здесь, посмотрите, Фрайберг залетел прям на вилку, увидел тупку, на него играется десант. Ну, Адам здесь стреляет как настоящий фриберг, гидрает, игра против призрака, ну, того 3 хп, симпл. Идет, просто идет и разбирается, ну, надо длинный щемить, там двое, симпл наглый, жесткий, бодрый, и сейчас вот два пистолета, это как, куда ты прыгаешь? И все, и призрак с 3 хп умудряется выжить. Посмотрите, всегда стабильно последний остается, но тем не менее он сыграл на минус, в отличие от его тиммейтов, и счет становится 1-0 в пользу НИП. Вот такое начало головокружительное. Все, пистолетного нету, но Кураж будут 2 раунда сейчас одупляться и пытаться сделать что-то на пистиках. Но это тоже маловероятно, сами понимаем, что все-таки Кураж — это Кураж. И куражи на куражах. Так, Симпл подрубил. Да не, Симпл будет стараться. Вообще с ним уже шутили на эту тему. Вот недавно играли матчмейкинг с Симплом, фиксом. И вот я Симплу сразу сказал, что он должен, чем будет рассчитываться за тот девайсный раунд, который подарили парням. Но, тем не менее.
Так, еще раз расписание для тех, кто не понял. Друзья, у вас на экране пока команда Кураж проводит эко-раунд. Можете понять, что же мы сегодня смотрим. Ну, для Блейда и компании, конечно, здесь вообще без вариантов. Тяжелый день, тяжелый вечер. Так, Симпл жрет Гидрайт, при том, что просто посадил его на свой бизончик. Зилан. Попытка показать. Ваншот, ванкил, no luck, just kill. И, ну, нипы перестреливают просто сейчас команду Кураж, как видим, вообще никакого напряжения не создают пока что игроки защиты. Ну, серия плановых, наверное, долгих таких ненудных раундов от них будет. Ух, жесть. Еще один Куражи. 3-6, 3-1, экономика есть. Ну, молодцы, что вот дисциплину хотя бы играют. Это тоже немаловажный момент. Нельзя здесь тильтовать. Но, на самом деле, здесь, наверное, на максимуме сейчас будут стоять игроки этой команды. Так, захожу в дашборд. И... опа! Уже вот Фрайберг выцепил себе халявки. Красавелла. Что тут сказать? Призрак не сыграл на два фрага, но тем не менее забрали самого большого и самого крупного. Форест теперь вот. Ну, Форест по крупности не так уж заходит, но по строгости в игре вообще суровый парень. Все, по всем фронтам у него подрезается. Жестко. 3-0. Как-то пока не уверенно ведут себя Куражи, но вот девайсный раунд нам как раз-таки покажет, что как. Так, один момент. Друзья, следите, комментировать, угадывать результат вы можете в паблике vk.com/sl4mtv. На следующий матч там все это будет. Так, фристайм закончился. Видимо, ВП от Симпла. Ну, стандартная игра на девятке от него будет. Призрак загоняет с мейна, и его задача играть на тот чек. Нет, пошел за красный, посмотрите. Играют анти-улицу, опасно. У них дефолтный раунд простой, без каких-либо. Но вот смотрите, насколько все предусмотрительно делается перед тем, как идти дальше. Они заставляют, пытаются заставить Кураж выйти на экшен, открыться. Но, по-моему, со второй волной только улица пойдет. Будет ли дым, пока не ясно. Ну, Куражи ждут, в общем-то, сейчас своих соперников на точках. А НИП, как видим, да, вот со второй волной пошли НИПы. Это улица, призрака просто прогоняет. Фрайберг открывается, Симпл ничего не видит. Но Фрайберга все-таки заметил. Такого тяжело было сейчас, наверное, не заметить. Улица все-таки для Симпла в угле обзора была открыта, поэтому ничего страшного. И НИПы продолжают играть 2-2, 2 давят. И еще один минут должен быть от Симпла сейчас. Но флешки от Фореста пока не дают этого сделать. Все, не начекали. Рамп вываливается. Команда НИП уходит с улицы. При том, что, посмотрите, все в живых остались, кроме Фрайберга. Насколько аккуратно шведы действуют. Вот микромомент. Просто микросекунды считают в тайминге. Но они также понимают, что им предстоит сейчас ретейк точки делать. Ибо защита просто перетянется. Кураж не мясо. И так, игра на перестрелке. Призрак упал. Каналки. Блейд не справился с Форестом. 2 в 3. И Симпл с ВП. Ну вот у Симпла все на самом деле сейчас очень плохо. Свою позицию он отыграл уверенно. На целый фраг. Улицу закрыл. Но его тиммейты, как видим, пропустили рампы. Скорее всего, Кураж думали, наверное, о том, что легкомыслие со стороны команды НИП закончится выходом на аплэнд. Но легкомыслие привело просто к розыгрышу пошаговому. И Симпл, давай, убей хоть Фореста. Так, ну тут уже Симплуху закрывают. Вау, Симпл фазум, но он промазал. На ноге получилось выстрелить. И, в общем-то, ниндзя в пижамах берут четвертый раунд. Пока сухая. Но начинать игровой вечер, конечно, Куражам с команды НИП — это не самое, наверное, приятное занятие. Можно и вообще моральки лишиться, но впереди еще кик. Так, Кураж не мясо и не рыба. Так, на Кураж стоит 100-500 валуя. Воу-воу, два девайса могли бы вернуть. Вот я вижу, чат общается по подписчикам сейчас. Привет всем, кто в чате на Twitch TV. Привет всем, кто вообще в чатах находится. Друзья, стрим подвисает. Пишут мне в Twitter, но я смотрю, что пока ноль дропов, ребят. Ну, вещаем сегодня на Германию, завтра будет уже Амстердам. Вроде сервера Твича как-то стабильно работают. Так, ну, Кураж, что, пистики, надо размочить счет. Вот, может, сейчас как-то соберутся. У призрака по-прежнему его Вильдигл Голден Кой, которым он любит ваншотить. Симпл пытается ловить улицу. Ну, как ж неаккуратно, но попал. Попал по Гзистуле. Но Гзистуха просто клал на всех и убил Симпла в ухо. Вот такая рифма. Так. Все, второго на рампах нет. Дает инфу Форест. Не пошли вниз. Гзист ждет улицу по-прежнему. И Форест будет ждать призрака. Так, призрак, убей Фореста. Убить Фореста. Операция. Вау, вау. Еее.
От прострелов ушел. Красава. Шапку нашел. Пошел. Ну, уже не важно, они внизу вчетвером там ничего не успели сделать в плане занятия позиции. И контраргумент никакого нет. Так, World Edit, минус. Ну, все, если сейчас еще второго, то хорош. 2 в 2, дави. Вот сейчас надо длинный давить, играть с гидрайдом. Да можно и гидрайда задавить, говорит World Edit, но слишком сильно рискует. И остается призрак. И его хелпа будет как настолько призрачная, что... Они будут просто скучать. Ну, там уже пошли выцеплять. Посмотрите наглость от шведов какая. Ситуация-то так-то вроде и качельная, а они просто берут и идут загонять. Так, Фрайберг пишет. Nice shoot. Хороший выстрел. Сэнкс пишет World Edit. На самом деле он ему хотел написать мамку твою на-на-на, но он написал Сэнкс, потому что он вежливый молодой человек. Призрак призывает с дигла сейчас шведов, но время заканчивается. 5-0. Какая боль, шведы ведут в этой схватке 5-0. Вчера экшена было на турнире ботов больше, если честно. Так, с детства за кураж мне написали в твиттере, вот это весело. Вот это весело, друзья. Ну что ж, они продолжают громить куражей. Вот уже 5-0, я не знаю, второй девайс, не справятся ли сейчас парни... с ответственностью, которая на них будет ложиться в этом раунде. Но будем надеяться, что все пройдет. Окей. Так, Simple. Не, ну Кураж уже нервничает. Не понимает, что делать. Так, выкурить Блейда пытаются. Но он не занимал у нас сегодня вентиль, как видим. Ну, за вентилем. Вот, кстати, Молотов очень эпичный. Форест прикрывает Фрайберга. И ведь Фрайберга тот... Ну и вот где Simple-то? Алло, ты где? А, Simple нормально, стянули Simple, прошли улицу. Он сейчас не знает, где Фрайберг, но Призрак, слава богу, прикрывает эту позицию. И тем не менее, Форест гриба этого на улицу дает минус СВП. И Непы выигрывают эту перестрелку 4 в 4, равенство численное между командами. Кураж думает, что это бэплэнд, но бэплэнтом даже не пахнет. На плэнте есть один дефендер, это World Edits. За ним должен был остаться... сейчас Фифларен, но, как видим, ответка от Фифа была весьма убедительной. Хороший хедшот, хорошее попадание. И под шумок, в принципе, в будке НИП вышли на точку. Девятка не сыграла, Симпл сбрили. Остается Зуан и Блейд. Зуан хорош, забирает красного. Ну и НИП занимает позиции будка и мейн. В итоге это в сейф девайсов. Блейд просто здесь не пойдет никуда вместе с Зуаном, с красным. Лучше засейвить девайсы. Ну и, в общем-то, Форест понимает, что они опять пойдут на респ. Надоели нам уже, мы пойдем убивать их сейчас. Все, шведы понимают, с какой командой они столкнулись. Они понимают, что если в первой половине не взять 14, то во второй половине они просто умрут от скуки, ожидая какой-нибудь атаки. Но для Кураж это только разминка и в их интересах... вот это не убил. Блейд 6-0, жесть. Жесть, как она есть, друзья. В прямом эфире на SLTV Star Series. Так, Куражи насобирали... Бабосы и на чемпик едут. Молодцы. На самом деле, кстати, ребят, если вот кто думает, да, что на турниры в Европу это так запарно, муторно, долго ехать и все такое, все же можно посчитать, все можно совершенно спокойно спланировать. И если там у каждого есть хотя бы какая-нибудь там $1000, может съездить. Ну, серьезно, это не тяжело. Конечно, да, со спонсором полегче, но в наше время, по-моему, даже самый, не знаю... Даже самый какой-то, не знаю, глупый чувак может спокойно себе сделать визу, поехать играть в турнир. Вот. А если тут дело обстоит в команде, то, по-моему, если один тип какой-то координирует это все, всем можно все сделать и съездить. И денег это не так много стоит, как кажется. Просто придется поесть консервов, наверное. Так, Адам Фриберг минус Блейд, World Edit, вау, под нас подхватился, но закрыл. Закрыл Гзиста, Фрайберга, Адам Блейда. Simple помог с девятки и Anal Domination на пленте. Куражи принимают седьмой раунд от команды НИП при попытке выхода, перестреливая всех. Остается Патрик Форест Линдберг и его любовь к ВП настолько, по-моему, настолько тупиковая, что он вот будет сидеть до конца этого матча с этим авиком. Залетает на призрака, но тут перекрестный огонь. 6-1, Кураж все-таки приняли. Красавцы. Красавцы, одним словом. Еще вот такой один раунд, и у Блейда будут все просить автографы. Автографы. Так, будет ли
пишут в Твиттер, будет ли скайп-шоу, ты же обещал сегодня. Ну, как видим, сегодня матчи, и 5 матчей подряд, поэтому... Поэтому никак, но скайп-шоу еще раз сделаем, обязательно. Просто пока еще надо над форматом подумать, конечно же. Но вроде как народу интересно, я не знаю, если вам интересно, то... Может, еще и голосование проведем. Так, Гидрайт. Я просто думал сделать его, чтобы с каким-то проигроком еще договориться, чтобы он у нас в студии посидел. Так, вот отлично играет, уверенно Гидрайт. Прям на верочку хотел сейчас зажать еще и в симпл, но попал жестко. Все-таки шведский мастер спрея в течение нескольких лет заслуженно показывает игру на уровне. Ну вот оно, вот честное... Ой-ой-ой, вот это залет вообще. Ну, тут Гзис сожрал, тут Форос не убил, 2 в 3. Фларенс бомбой перетягивает цена, как видим. Ну и вот сейчас должен сыграть был The One, но у нас он боится просто здесь выйти. Нет, тайминг для The One выбирает, выбивает бомб. Кэрри остается 1 в 2, но нуле за бомбой уже идет Фрайберг, забирает ее. The One ничего не смог просто поделать, пытается сыграть по-умному, но сам себя перехитрил. Гзис его ловит в голову. Ну, не в голову, но, по крайней мере, в дыму увидел 7-1. Они подтверждают статус своей команды как супер-мега-жесткий. Так, иди ESA стримить. Там сегодня, в отличие от того, что ты сейчас стримишь. А зачем StarLadder стримить ESA матчи онлайн-лиги? Вот объясните мне, пожалуйста, это. Дорогой друг, StarLadder — это работа. StarLadder — это круче. При том, что сегодня такие шпилки, как бы, ну, пропускать, я не знаю. Ради чего? Ну да, там, VP LGB, но это ж, как бы, вообще я не знаю, ну. Мне просто вот не нравится на ESA онлайн-система проведения. Ладно, мы, конечно, откомментировать попробуем, если нам права на трансляцию дадут, потому что сейчас с этим вообще ничего не понятно. Но онлайн-часть, она у них какая-то очень глупая. Ну, то есть, не то, что глупая, да, но это очень удобно для команд, по-моему, играть по турам, и многие жаловались. Вот Ашер вообще не играет тут. Только из-за этой системы не хотят играть турнир. Потому что вы попадаете на какой-нибудь там сезон или еще что-то, что вы не играете. Фрайберг! Вот это Фрайберг сейчас отстрелялся. Вообще на уровне. Симпл поймал. 4 в 2 не в меньшинстве. Гидрайт попробует сейчас выйти в мейн и раздать. Но пока ему это не требуется. Вау. Вау-вау-вау. 2 в 2 размена дают. Форест бежит. Так, ХП, Симпл, Зван. Гидрайт уходит с бомбой. В длинный его с девятки пытаются скрыть. Он слышит, дается флешка. Ва... Аплент пустой, Блейд... Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, как НИП сейчас просто... Вот эта диверсия. И в этой диверсии выигрывает все-таки Куражи. Ну вот не хватило Форесту концентрации. Не собрался, не собрался в последнем моменте. А вот Блейд собрался. Видели, как упал. Должен был умереть, но... Благо, благо спасла реакция сейчас раунд команде Кураж. 7-2. 7-2, 5 раундов разницы. Короче, прелесть круговой системы по картам, вернее, не прелесть, а вот минус всей этой штуки в том, что... В том, что, собственно говоря, команды попадают на рандомные карты, и не каждая может показывать свою игру. Ну, а организаторы лиги ESA просто, видимо, не учитывают то, что есть еще другие лиги, где система проведения более удобная, более лояльная к игрокам. И, соответственно, играть... Рандомно не круто. Ну, то есть вы теряете время, да? Вы не можете лучше КС свой показывать из-за карт. Так, ну вот сейчас World Edit уверенно сыграл в каналке. Пришел Simple, все, надо... Ой-ой-ой-ой, World Edit. В него влетает Молотов, он забирает Гидрайта отважно, но тем не менее на Форест. Вот это красавец просто. На шифте стоял, ждал Simple. World Edit сыграл вообще крайне отважно. Вообще World Edit вот за последние матчи мы много могли наблюдать за всей командой. Именно этот парень пока что стойкий. Но, как иногда про таких говорят, домашние, да, вот посмотрим, если... Посмотрим, как на лане эти парни сыграют где-то в Воронеже, если они там играть вообще будут. Вроде собирались. Там будет видно. Ладно, World Edit взрывает. Ой-ой-ой. Как его сейчас, конечно, нагрел Гидрайт за прошлый раунд. Сразу молот, граната. Все как надо. Так, что у нас в чате? Так, ты чё, ради каких LGB не смотреть? Великих куражей. А зачем? Мне вот матчи StarLadder, например, в приоритете смотреть и нравится. Потому что их, тем не менее, несмотря на параллельные матчи, их смотрит все равно больше. Как и... Даже по сути. Ну, что значит матчи здесь? Какие очки набирают команды, да? Для выхода на финал, для продвижения по таблице.
И там просто круговая система по туру. Свою проиграл, свою карту выиграл, вернее, чужую проиграл. Короче, ладно, забили, смотрим здесь матч. Пока унылые, 9-2, унылые, потому что кураж нас не радует вообще никак. Разыгрался World Edit с Симплом. Вот я, помните, последний матч с Симплом что-то вообще не очень шел, а здесь уже 10-10. И Блейд решил сейчас показать всем свой ФАМАС. Так, давайте смотреть. Команда НИП играет опять тот же раунд, который был первый девайсный, первый пистолетный даже, наверное. Снова раскидка улицы вообще. Ой-ой-ой, как Зист сейчас просто проскочил. Все, уже в длинном, уже развивают атаку. Непы сейчас на Б-плен. Там, по-моему, сейчас перетяжка к рампам должна быть. Но нет, они все пошли по улице, оставив только Фифларена против двоих. Против двойки игроков. Кураж. Но эта двойка, по-моему, сейчас просто растянется, если дернут. Да-да-да. Ох, тут готовы длинный принимать. Фифларен шалит. Выцепляют Блейда. Симпл не справляется с Фрайбергом и, в общем-то, бомба уже ставится. Ого, вот это скорость у шведов просто. Форест. Форест! Вот это догнал, вот это на уверенности. В общем, уверенность шведской команды вообще в своих силах, по-моему, неоспорима. Они просто сейчас давят вообще по-страшному. Прям по-страшному. Я не знаю, как это еще описать. Панда, ты там не уснул? Панда там засыпает, походу, я вот смотрю уже. Ну и, в общем, пока что, вот, я не знаю, по времени, мне кажется, не справится за 25 минут. Ну вот мы матч начали в 10 минут, 16 минут прошло, и вот уже 26 минут, и такая половина для шведов. Так, Блейд убивает Фрайберга в аркаде с юспом из будки. Представляете, 2К в него смотрело. Вот это да. Зуан. Ой-ой-ой-ой, какую пачку попал сейчас Фифу. Фифларен, кстати, еще и не боится. Нет, все-таки испугался, ушел. Геттер. Дроп до... Так, дроп на доску. Короче, шведы могут сейчас потеряться. Если еще одного закроют, можно будет уже в пятером просто бегать по карте и развлекаться. Но тут... Ой, как призрака просто... Ну, на классе. На классе переиграли. Две гранаты. Призрак даже отойти от второй не смог. Вроде понимал, что есть шанс сделать выпад и попасть в голову, но что-то как-то осталось все это дело незамечено. Прям за секунду. Это поворот. Ну что ж, и, в общем-то, команда Кураж легла спать в этом раунде совершенно спокойно. 11-2. Я не знаю, как это смотреть, как показывать экшен, когда экшен здесь буквально везде. Так, Куражи должны выиграть. Они смотрели победную демку со вчерашнего чемпионата. Все тактики должны повторить. Я думаю, да, так должно было быть. Вообще, вчерашний чемпионат показал, что боты, тем не менее, играют и позрелищнее, если честно. Ну, серьезно, зрелищнее. Вот я вчера просто орал. Так, читаю твиттер. Когда мы увидим в топе новых игроков команды не стариков из 1.6 Source? А когда и новые игроки будут играть нормально? Есть ли шансы у Куражей против Киков? Вот против Киков шансы очень хорошие, если это нюк. Но не будем забывать, что португальцы играют нюк и даст 2. И это их, на самом деле, сильные карты. Ну, может быть, и Мираж, я не знаю. Кик точно даст 2 черкать не будут. А вот что будут черкать Куражи против Киков, пока без понятия. Но все решит монетка. Вообще, друзья, я буду выкладывать весь коинфлип, который вначале делается перед матчами vk.com/sl4mtv. Там буду лог пикбана выкладывать. И вы сможете делать выводы. Вам будет проще просто понимать, да, какая карта где. Вообще попросили, попросим как-то Владу добавить, наверное, да. Попросить ее в паблике CSGO Stralader TV добавлять вот такие вещи. Она может, наверное, вам как-то красиво оформлять матч-стикер. Фрайберг на Верочку. Ёп. Вот просто бежит и убивает. Прям настолько предсказуемый куражи для Непов, что как масло, как бутерброд с маслом. Намазываются просто вкусные. Так, вот мне интересно, Фифларен сейчас убьет или не убьет. Ох, флешка. Фифларен не убивает Зуана. Тот состриг его жестко пошел отсюда. Гидрайт говорит, Зетуан, бомба наша. Раунд наш. И Непы оказываются в очень неловкой ситуации в последнем раунде первой половины. Как мы видим, Адам Фриберг играет на улице, пытается уйти, как черный плащ от World Edit, но тот его настигает, и Форест остается 1-4. Играет также... А, хрен с ним. Последний шраунд. 12-3, первая половина, ну и шведы показали пока себя на максимуме. А вот что касается команды Кураж, у них не получается.
Призрак скилловой. Нет, призрак на самом деле очень хорошо стреляет, очень хорошо играет. Вот спросите у игроков мнение, они вам как бы подтвердят. Это правда, и в этом ничего такого нету. Серьезно. Итак, друзья, пока вот статистика на ваших экранах. Ну, вы видите, что у них вообще проблем нет. С татой там только Фифлара не убивал, но это фигня. Вот у Кураж не давали играть призраку. Ну, не по улице слишком грамотно все делали. Опять же, против вот позиции в ангаре совершенно спокойно проходили. И шансов не оставляли. World Edit хорошо сыграл. Simple хорошо сыграл в первой половине. The One подкачивал. Но вот командно пока не получается по всем точкам сдерживать куражей. Ну, вы это видите. Еще один отклик в Твиттере. Слэм, что скажешь по поводу сегодняшней игры Титан Фнатик? Карта Трейн, пиковая карта Фнатиков. Но это не Starladder, это ESEA. Я не знаю, там зависит от приоритета. Вообще, если посмотреть на сам турнир, просто зайдите, да... Там сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять команд всего участвуют. И если посмотреть группу, то... Так, вот. Ну, я не знаю, вот просто... Понимаете, тут зависит все от того, вот есть ли у команды бюджет, как бы, да, на поездку на лан-финалы. То есть, стоит ли игра свеч. В этом весь прикол, как бы, да? Просто главный прикол какой? Как бы, ну вот если нет у тебя там, да, денег на перелет в США с оплатой проезда, как бы, да, и призовой фонд там на турнире вроде, я даже не помню, сколько там на ESEA денег платят за первое место. Так, The One дождался к Зистулю. В общем, Кура сейчас покажут пистолетку, мне кажется, очень уверенную. И Фрайберг, да, дает инфу о том, что много прошло улицу, Гидрайт пытается штрафить. Все, вся банда в длинном, и сейчас не будут показывать блестящий ретейк. Я смотрю сразу за Адамом Фрайбергом, потому что он здесь попадает в очень четкий тайминг и может просто сейчас... Оу-оу-оу! Дождались! Вот это да! Так, ну первый падает Фифларен. Я не знаю, тут можно уходить обратно, и в принципе Кураж готов это сделать. В каналке уже есть Simple. Все. А, выход на ап. Ап пустой, тут только Фрайберг. И вау, Фрайберг! Тут что, по минус 50 дал 2 в 3. Смотрим за Форестом, он будет играть с туннеля. Но у него вообще все плохо с этим. Вот это вылез. Видели? Ну, минус скрип, 1-2. Будка, Блейд плюс призрак. Ну, вдвоем должны отпускать здесь они Фореста. Вот это Форест твою налево за ногу, а! И вот это ошибка от Блейда! Ла-л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 а. Смотри, что делает Форест. С ножом на Блейда! Почти зарезал! Вот это да! Форест, надо было дефузить до конца. Блейд там вообще растерялся. Ладно, 12-4. Первый пистолетный за куражами. Блестяще могли сыграть, но потеряли слишком много игроков живых. Жесть будет продолжаться до самого вечера. Так, как считаешь, кто выйдет на лан-финал? Твой прогноз. Ну вот если сейчас, давайте зайдем на CSGO Starladder TV, друзья. Вкладочка Лига, там текущее турнирное положение. И мы видим то, что Титан и НИП уже по факту себе обеспечили выход на лан-финал. Virtus.pro пока непонятно. Но у них еще есть очень важные матчи. Команда Na'Vi. Вот у команды Na'Vi там вообще сложности. Три поражения уже есть у этих парней, и не ясно, что будет дальше. Потом вот у Hellraisers тоже проблемы есть. Это вообще, по-моему... Такая жесть, вот если посмотреть матчи, сейчас мы посмотрим будущее. И... ну вот у них впереди будет очень интересный между собойчик даже. Ну как, Hellraisers надо сыграть с киками, ну тут выиграть можно. Вот с LDLC это жесть, вообще просто нереальная. С мистиками жесть, нереальная. Mousesports должны обыгрывать, Hair Titan это тоже жесть. Hair on Bots еще с Майами не играли, с Непами не играли. Hellraisers, Na'Vi... Пока турнирное положение на третьем месте. 9 на 3 статистика. Так, тут что-то у шведов не получается. Форест. Вот у шведов как не получается. Появляется Форест, Гидрайт 3 в 3. Посмотрите, девятка просто... Ой, как четко сыграли. Так, Форест. Вау. Вот это ушел, а. Ну, пуля еще осталась. Хочет добить. Гзис ножом обходит на мейн. Бомба ставится туда. И если сейчас игроки атаки туда не посмотрят, будет жесть. Все, Фореста осталось дожать. Он тут за ситуацией 1-1 доводит. World Edit минус 3. 5-12. Так, команда НИП на второй позиции. У них одно поражение. 9-1. 0 ничьих за 10 матчей. Ну, понятно. Na'Vi 9-3. Так, Фнатик. Ну, вот НИП, я думаю, точно выйдут. Virtus.pro точно выйдут, скорее всего. Потому что у них там тоже осталось все ничего.
Проблема, опять же, у наших команд Ашер, Нави, Титаны, я думаю, уже по-любому выйдут на лан-финалы, при том, что Джером уже мне написал, что привезет французской водки в подарок сотрудникам СЛТВ CSGO. Ну, такой символический жест понимания славянской культуры. Как вот просто вообще, да? Видите, какие все-таки европейцы, да? Люди не слабой логики. Но там русские, значит, подарю им водки. Водки им подарю, все. Так, ну, World Elite сейчас слышит то, что пошел десант вниз. Смотрим на призрака, убьет. Нет, не пойдет за Фрайбергом. Куражам просто сейчас надо сохранять позиции друг от друга недалеко, чтобы... Опа, минус Фриберг, все. Ну, тут уже и на ап можно сыграть. В принципе, ситуация позволяет, почему бы нет. World Elite вышел с будки, шведы заперты. Смотрите, даже не идут вентиля, понимают, что их здесь закроют в секунду. И будут уже отыгрывать, как-то стараться улицу. Перестрелка с девяткой. Прострел от World Elite. Короче, автодиректор нам поможет увидеть все. Загнали, 6-12. Так, тебе на заметку. Фамилия Шок сочетается как Папион. С французского бабочка. Папион, спасибо. Ну, просто Шокс. Вообще, мне кто-то скидывал фотожабу, там был гель для волос, на картинке был Экзистенс и Шокси, такие два красавчика. Ну что, 6-12, надо куражам сейчас брать седьмой как-то, да, и тянуть время, потому что они могут, на самом деле, в атаке... Ну, видно, что в атаке показывают более лучшую игру, чем в защите, если там решала как бы больше... как бы сама ситуация, которую модулировали шведы, то здесь кураж сами себе ситуацию создают. И... Ого, Гидрайт в ответ. Видели, что делает? Там Зыван вообще, наверное, ему уже на минус 50 прилетело на этой крыше. Он говорит, да что это за проклятие? Что это, что этот парень вообще ест на завтрак? Разменялись они нормально прострелами, при том, что Гидрайт вообще не пострадал. Жестячок. Жестячок. Читаем дальше. С телефона поздно сообщения отправляются. Так. Это был чат вообще. Да, кстати, чат еще SL4M TV, друзья, группа в Steam. Я туда зайду обязательно. И вообще сегодня будем там с вами зависать. Зависать, сидеть, узнавать все новое. Так, ну посмотрите, у них никто не умер. А значит то, что они настолько понимающая команда, которая просто не аркадит и знает, что будет. Фифларен! Ой-ой-ой, вот это да, Фифларен! Вот это он отработал сейчас просто по World Edit'у. Тот не ожидал. Прострел от FIFA более чем удивительный. Так, Симпл идет ловить Фрайберга. Есть шансы, но пока они ловили Фрайберга, тот умудрился двоих наказать. Форест в коротком сидит, прячется. О нем не знают, о нем ничего не знают. Бомб Кэрри заходит на точку. И вот тут у Блейда встало сердце. И он говорит, я ж не знал, парни. Но время заканчивается, и Симпл еще забирает Фифларен. Вообще просто бред какой-то сумасшедшего. 13-6. Кураж не берут раунд, потому что отвлеклись на прострелы. Красавчики. Просто красавчики. Так, тем временем матч Старладера продолжается. И веселье просто будет нереальное сейчас. Давайте смотреть за Фрайбергом. И оп. Автодиректор просто его пока. Так, Зывана. Он тут уже, он тут даже не встает напротив. Он сразу лезет сюда и пытается со стекла забрать. Ну, понятно. Все, перестройка на раскидку. Кураж понимает, что холдом ничего от шведов не добиться. Они очень могучая команда. И просто, ну, не разводятся эти ребята. Поэтому можно построить атаку с раскидкой. И попытаться просто планово пройти. Может, даже будут минусы, но шансов что-то, мне кажется, маловато. Тем более будут выходить на ап, а там у нас целая банда сидит. Там Форест, Флоуи, Гидрайт, ох, Фифларен, Фрайберг, ох. Там вообще, ну, не самая лютая компания. Тем не менее, Граденский закрывает Фифлюшу, братюшу. И Экзист готовится принимать рампы, слыша всех просто выходящих. Пошел маг в бой, надо выходить. Пуш флешки нету и вау, минус 50. Красный Блейд пытается уйти. Ну, Экзист понимает, что тот боится. Догоняет его и убивает в спину. Жесть какая-то. Призрак последний. И вот все закончилось для куражей. 14-6. Ну, результат как результат. В принципе, ничего нереального не происходит. Это жесть. Вот я надеюсь, что кураж с киками сыграют получше.
Так, можешь что-нибудь сказать о испанской команде Wizards? Ничего не могу сказать, они играют одну лигу, и то потому, что, по-моему, их туда пригласили. На Старладере их даже нет в про-серии, поэтому сказать нечего. Для меня просто реально показателем команды является про-серия. Ну вот, к примеру, та же команда, он Ботс ныне, да, Майам, они ее прошли. Даже те же Aces прошли про-серию, там, трудом и потом, да, но в старе... В старе результат. Ну, для них достижение то, что они прошли про-серию, как я понял. А в старе у них результат 1 на 9, и это типа результат. Вот. А Wizards вообще нету, но, может, будут участвовать в отборочных или пойдут в про-серию. Так, Гидрайта забрили, нормально, но Фореста пройти с Фифларном будет, с Фрайбергом, вернее, посложнее. При том, что тот куда более агрессивен, чем обычно. И воу-воу-воу-воу-воу. Закрыл все-таки Форест. 15-й раунд для шведов. Это ничейка, и эта ничейка весьма неплохая. Для НИП, но для Кураж. Ну, Кураж не показали здесь максимум. И это проблема. Большая проблема. Вот Wizards по мне, кстати, вот у меня вопрос сейчас здесь, да, был. По мне это как команда Кик из Португалии. Вроде что-то... Вроде когда наланят... И вот Кик чем на самом деле нормальные, да? Я помню, они на EMS ездили на лан. И вот в матчах StarLadder играли как бомжи. Но на лане, на EMS они отыграли на максимум свои карты и показали хороший КС. Выиграть ничего не выиграли, но у этих парней, по-моему, просто проблема с отсутствием времени на тренировки. И у Wizards, возможно, та же проблема. При том, что в Испании сейчас особо сильного КСа нету. Кстати, играли Праг вот Ашер недавно с Wizards, и там был Мусамбани. Так что, если Мусамбани вернулся, то это будет ой-ой-ой. Ну что, покидаем Фореста, наверное. Давайте смотреть за выходом от команды Курайш. Последним, это правда последний выход. Я не думаю, что они здесь возьмут. Глядя на то, что творит Фрайберг, мне кажется, что там уже все штаны в какашках должны быть просто. Свисать очко должно вот после такого. Ну, посмотрите, он тупо под... Вместо того, чтобы выйти его убить сразу, до конца держали. Сейчас еще и Форест убьет, по-моему, призрака. Да, все понимает, что прошел. Гидрайт отнял фраг у Фореста. 16-6. Ну и следующий матч, который мы с вами будем смотреть, это встреча команды Кик, команды Кураж, буквально через 15 минут. Оставайтесь с нами, друзья. Далеко не уходите. Весь вечер в студии СЛТВ. С вами буду я, Слэм. И мы будем смотреть следующий матч. Далее Кураж Кик, как уже говорил. Потом дерби Virtus.pro Meteor Makers. Они же экс-Meteor Makers. Сейчас они Добрый Гейминг. Но мы этот матч по-любому не пропустим. Польский замес будет вообще крайне жесткий. Я надеюсь, что мы на самом-то деле покажут Virtus.pro, что они умеют играть. И это будет не слив типа 16-4. Просто в Польше нужна вторая команда. Раньше было 3. Кураж Атакс, естественно, самая супер медленная заруба. И, скорее всего, на Инферно. Ну и Virtus.pro Кураж на десерт. Там поляки, наверное, будут уже больше развлекаться в сегодняшнем игровом вечере. При том, что у них еще параллельные матчи на другой лиге. Ну и мы вернемся в эфир через 17 минут, друзья, с матчем Кик Курайш.